хочет сказать, ты тулик. Поиск тегов ключевых слов для Ютуба. Сейчас YouTube в тренде, все больше людей создают свои видео, конкуренция с каждым днем становится все сильнее, а посетителей из поиска на YouTube в пересчете на каждое видео, соответственно, становится меньше. Чтобы ваши видео получали больше просмотров, они должны быть грамотно оптимизированы под поисковые запросы, и речь не только о названии и описании ролика, но и о тегах, то есть ключевых словах, которые и характеризуют ваше видео. Качественно подобрать теги для видео – это та еще муторная задача, ведь важно не просто придумать и где-то найти несколько ключевых слов, которые охарактеризуют ваш ролик, а максимально полно раскрыть суть ролика большим числом тегов. Вручную это сделать, конечно же, можно, но это долгий и очень нудный путь, поэтому я решил сделать для вас этот выпуск. Вы можете в некоторых моментах, которые вам наиболее важны, поставить видео на паузу и переписать себе эти нужные теги. Смотрите, многие ломают голову, где набрать, откуда взять то уже сформированное семантическое ядро и где взять те самые теги, которые помогут вашему видео на YouTube, которое вы только что залили, продвигаться и продвигаться в топ, увеличивать охват. В том числе, если будет увеличиваться охват, следовательно, больше будет показов вашего видео. Чем больше показов, тем больше со временем к вам придет подписчиков. И, естественно, где взять те самые теги? Я этими тегами буду делиться с вами на своем канале. Вы можете, еще раз говорю, поставить видео на паузу и переписать себе эти теги. И эти теги уже отобраны, и начиная с самого первого тега, они идут в порядке убывания популярности. Поэтому пользуйтесь им и за мой труд, конечно же. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Не забудьте написать в комментарии, на какую тему вам нужны теги. Я их для вас подберу, сформирую, и потом я, собственно, и выдам вам эти теги в следующем выпуске. Жду ваших комментариев. Что же у нас здесь получается? Еще раз повторюсь, эти теги я сформировал на тему, как набрать подписчиков на YouTube с телефона, на телефоне. Итак, по порядку убываемости популярности. Как набрать подписчиков в YouTube, как набрать подписчиков, как раскрутить канал на YouTube, как набрать 1000 подписчиков на YouTube, как раскрутить канал, как набрать подписчиков на YouTube, как набрать первую 1000 подписчиков на YouTube, YouTube, как набрать подписчиков на YouTube, как набрать 1000 подписчиков, продвижение на YouTube, 1000 подписчиков, как раскрутить канал на YouTube, как набрать просмотры в YouTube, как набрать первых подписчиков, как раскрутить YouTube канал, раскрутка канала YouTube, продвижение видео на YouTube, как набрать первую 1000 подписчиков, подписчики, YouTube, набрать подписчиков, раскрутка канала, монетизация YouTube, как набрать 100 подписчиков на YouTube, как набрать подписчиков в YouTube 2022, 100 подписчиков, как набрать много подписчиков, продвижение YouTube-канала, монетизация. Видео было создано на тему, как набрать подписчиков на YouTube на телефоне. Для вас на эту тему я сгенерировал теги уже в порядке убываемости популярности.